Здравствуйте, мои дорогие маленькие телезрители! Всем добрый вечер! Здравствуйте, друзья! Женя и Миланочка, а вы знаете, что есть такие удивительные слова, от которых все вокруг изменяется? Что же это слова, Дуняша? Это слова, после которых идет дождь? И это слова, от которых появляется много вкусных конфет? Нет! Не угадали. Это слова, от которых лица у людей становятся светлее и радостнее. Это слова вежливости. Когда человек произносит их, отношения между людьми становятся более добрыми. Но иногда дети забывают говорить чудесные слова, а ведь они так важны. Вот давайте-ка мы сейчас с вами вспомним, какие вежливые слова вы знаете. Дуняша, а мне мама говорила, что даже словарь вежливых слов. Есть. А мы стихи учили про вежливые слова. Да ты что? Так расскажи, пожалуйста. Растает даже ледяная глыба от слова теплого. Спасибо. Зеленеет старый пень, когда услышит добрый день. Какое интересное стихотворение. Молодец, Женечка. Дуняша, я тоже знаю стихи. Можно я прочитаю? Конечно. Когда на броне за шалости, мы говорим, простите, пожалуйста. А во Франции, в Дании, на прощание мы говорим, до свидания. Какие же вы молодцы! Мне так приятно, что у меня такие вежливые помощнички. Скажите, а вы знаете, что слово «здравствуй» означает? Это значит, что мы с вами желаем здоровья. «Здравствуй» скажешь человеку. Улыбнется он в ответ и, наверное, не пойдет в аптеку, и здоровым будет много лет. Вот такое важное слово «здравствуй». А вот ребята иногда при встрече пробурчат что-то невнятное, то ли брысть, то ли дрысть, вместо того, чтобы пожелать здоровья. Вот об этом и будет наша сегодняшняя сказка, о том, как важно не терять слов вежливости. А как вы думаете, какое вежливое слово самое важное? Я думаю, что спасибо. Совершенно верно, Миланочка. Слово благодарности очень важно для человека. Оно может согреть своим теплом. Слово «спасибо» родилось в 16 веке, и словосочетание «спаси Бог». И произносить это слово нужно как можно чаще. Ну а теперь обещанная сказка. Кто-то по лесу ходил и словечко обронил, только слово непростое, очень важное такое. По дорожке ежик шел и словечко то нашел. Может, зайчик пробегал и спасибо потерял. Еж пошел искать зайчишку, по дороге встретил мышку. Зайку я сейчас видала и морковкой угощала. Твой дружок морковку взял и спасибо мне сказал. Снова еж пошел искать, кто мог слово потерять. Здравствуй, белочка-резвушка! Может, ты или подружка по ветвям густым скакала и спасибо потеряла? Добрый день, колючий еж! Как здоровье? Как живешь? Важных слов я не теряла, я их мамочке сказала. Медвежонок, друг, привет! Сколько зим и сколько лет! Не терял ты важных слов возле сосен и дубов? Ты ошибся, дорогой, все слова всегда со мной. Даже вас благодарю, я частенько говорю. Ах, лисичка, добрый вечер! Очень рад я нашей встрече. Целый день я все искал, кто спасибо потерял. Славный ежик, не грусти, ты домой к себе иди. Тот, кто по лесу гулял и словечко потерял, завтра сам к тебе придет, слово важное возьмет. Спасибо, Дуняша, за сказку. Я никогда больше вежливые слова терять не буду. А давайте-ка вспомним, какие вежливые слова говорили звери в нашей сказке. Помните? Здравствуйте, добрый день, добрый вечер. А еще? Спасибо, благодарю.
Молодцы! Я очень надеюсь, что вежливые слова и вы, и все наши телезрители всегда в любой ситуации будете помнить, да? Ну а теперь пора уже попрощаться с нашими телезрителями. До свидания, девочки и мальчики. Спокойной ночи, друзья! Всего вам самого доброго и ангела-хранителя. Ночь вздыхает сладко-сладко, звезды светятся в окне. Спасибо.